Бесхарактерный человек. Ну за что я тебя ненавижу? За то, что ты машину мою покорябала. За то, что мне теперь новую покупать. Мне только сейчас тачку купили. Молодец. Теперь, пожалуйста, я хочу видеть твои глаза, да, энергетику, чтобы не ты туда шла, а чтобы ты энергетику туда послала. Поэтому смотри, попробую сейчас по акцентам разложить. Что ты о ней вообще сейчас думаешь? Вот реально, когда я думаю, что она овца, и не купили машину, а подарили. Овца, курица, вот это вот, 10 хотя бы секунд. Негатив был, но я сейчас хочу, чтобы ты по акцентам именно прошла. За что я тебя ненавижу туда вот? За что я тебя... За что я тебя, курица, ненавижу? За то, что ты мою машину, блин, поцарапала. За то, что мне теперь новую надо покупать. За то, что тебе подарили, а мне ни хрена не подарили. Отлично, негатива. Еще раз, только я хочу, чтобы ты теперь с акцентами на нее. Что ты о ней думаешь? Не надо, попробуй не рассказывать ситуацию. Это сложнее, я понимаю. Попробуй не рассказывать. Вот поставь ее туда. За что я тебя ненавижу? И расскажи, что ты сейчас о ней думаешь. Не о ситуации, а о том, что ты о ней сейчас думаешь. О ней, какие у нее глаза, воняет от нее, курица и так далее. Давай, попробуем. За что я тебя ненавижу? За что я тебя ненавижу? Да страшная ты какая, ужасная вообще, одета как чмо просто полнейшая. Да ты просто выглядишь ужасно. Стоп, акцентов не было. Она пошла общими словами. Негатив был в первом варианте. Я просто хочу усложнить тебе задачу. Но в принципе, я еще могу. Нет, ты молодец. Но я хотела тебе усложнить задачу. Молодец, Ленечка, вот поняла. Но я хочу от вас добиться акцентов, не рассказывать мне историю. Это немножко сложнее. Но я пока не очень понимаю вот с акцентами. Пока чего-то от меня. Акценты, только какие на мне акценты? Футболка. Раз. Шорты, балетки, яркие волосы. Да. На Оле какие акценты? Сиськи, яркая футболка. Буквы, я уже не вижу, что я не вижу. Ничего, Оле цепляет ресницы. Ну, просто как у коровы немножко где бучу. Сиськи и ресницы, как у коровы. Какие вообще какие акценты? Волосы, часы. Волосы, часы. Татуировка. Татуировка.